Ну, как получится, тут уж как придет сигнал. Так и посмотрим. Вроде потекло. Раз, раз, Отлично. раз, 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 тест. Слышно ли нас? Слышно ли нас всех? Хорошо ли нас Привет, слышно? мир. Да. Здрасте. Так. Геймпад. Отсоединяйся от всего. Будешь с На одним. геймпаде играть будешь? Так у меня PS4 версия. Так что да, без особых вариантов. Не, ну можно как бы клавиатуру специально подключить. Не, ну для того, чтобы подключить специальную клавиатуру, во-первых, надо, чтобы она была, клавиатура и мышь, а во-вторых, надо, чтобы у нее была поддержка. Так, ну, по-моему, меня не слышно. Ну ты тихий, то, что я и говорил, собственно. Я тебя чуть погромче сейчас сделаю у себя. Как теперь Так, ну... слышно, Антона? Единственная проблема, я вроде стрим включен, звук, но я... Все, понял. У меня звук на микрофон выводился, я такой думаю, сейчас стрим включу. Так, что теперь по громкости, товарищи? Ну, я, по-моему, все равно тихий, но я сейчас разговорюсь. О! Ну я-то Я все могу равно себя тихий. легко. Ну, давай я тебя сделаю вот прям сразу 200% прыжок такой. Потому что чё бы и нет. А себя, например, на громкость 25. Да, я сегодня с чужого микрофона на чемоданах. Вот теперь, по-моему, Антон вообще смачный. Раз, раз. Насколько я смачный? А по шкале от 3 до 4. На 4,5. Ладно, допустим. Что 4,5 вписывается. Ну так чё? Ну, собственно, чё? У нас есть Mafia Definitive Edition. Она пройдена. У нас мог быть обзор, но я его не успел сделать сегодня к дедлайну. Ну, не к дедлайну, а к моменту снятия эмбарго. Вот, потому что... Сильно заигрался в нее, да, и не смог Да. оторваться. Типа того. Поэтому у меня есть вопрос, собственно, первый и главный. У нас чуть меньше месяца или месяц назад была трансляция по превью-версии, в которой мы, что там, 4, по-моему, миссии проходили, первых. И у нас на сегодня есть два варианта. Либо мы врубаем сложность классическую, страшную, ужасную, вот эту вот, когда убивают с полтычка, и попытаемся сначала проходить с ней. Либо, я на самом деле еще не знаю, можно ли тут запускать отдельные миссии с манипулированием сложностью. Короче, либо мы потыкаемся в какие-то другие миссии. Давай, а Но была не миссия? обязательно на вот этой хардкорной зубодробительности. Я бы миссию с этим посмотрел, с гостиницей, мне кажется. Она должна интереснее быть переделана. Миссия с гости... Ну, в смысле, с публичным домом? Ну да, ну я думал, это гостинка была. Там, где потом надо перелазить в монастырь, в Ну, церковь. да, там потом ты, ну, типа, сначала публичный дом, потом крыши с полицейскими, потом церковь. Ну, да, я думаю, ее можно сегодня взять. Так. Можно даже прям сразу. А, я ж игру пока не врубил. Так. Надо ж что сказать-то, перед тем, как мы вообще перейдем куда-то и что-то начнем. В эфире неожиданно stopgame.ru.
Меня зовут Иван Лоев. Меня Антон Паули. Во, ништяк. Вот, да, и, короче, да, мы сегодня будем рандомно тыкаться в Мафию Definitive Edition и рассуждать на какие-то общие темы. Типа, можно уже задавать вопросы, я в обход обзора буду, ну, не слишком распространяясь, давать какие-то ответы, потому что если сейчас я сильно распространюсь, что толку тогда будет от обзора? Вот. Ну, короче, я так понимаю, чатик с тобой солидарен, да, что мы идем не поначалу, а по рандомным штукам. Так, я вернулся, сорян. Да, я... Не, я был здесь, я просто не мог говорить. А, окей. Теперь могу. Хорошо. Так что, гостинку посмотрим. Давайте тогда пойдем в гостинку. Так, гостинка, это у нас... Что за игра? Мафия Ливанов 1-1. А, ну сложность выбирать или не дают, или надо будет сейчас идти ее куда-то перетыкивать. Ну, короче, я проходил игру на средней сложности, если что. Потому что так что не обескутим. Себе устраивать не хотелось. А, ну, да, и я все еще не врубил игру. Точно, точно. Где? Опа! Да зачем? Ничего не поменялось, в принципе. Действительно. А, так, посмотрим на чатик. Наверное, надо... А как попасть в меню из катсцены? Никак. А давайте мы... Сначала сходим в меню, потому что я подозреваю... А, во, вот здесь можно врубить классический уровень и сказать субтитры вкл. И тогда мы, например... А есть тут где-нибудь перезапуск задания? Загрузить последнее сохранение. Давайте выйдем в главное меню. И оттуда скажем запустить заново. И посмотрим, что произойдет. Рубрика эксперимента, что ли? Да. Ну, просто... Ну, короче, интересно попробовать. Этот самый как раз-таки коктейль самой жесткой жопы. Они эту меню сохранили оригинально, что там перемещение? Нет, там просто стол, на котором свалены вещи. Раньше-то менюшка была такая, что типа ты наводишь там на новую игру, он наезжает на карту. Ты наводишь на титры, он куда-то там на киноаппарат. Тут типа фокус один, но комната с вещами в меню осталась, да. Правда, комната больше похожа на комнату Вита из второй части. Он там сидел под дождем, что-то там читал. А тачкопедия осталась? Там... Да, да, тачкопедия осталась. Она как-то там называлась смешно. Не, ну автоэнциклопедия она. Сука. Не, я помню, что чуть ли не... Ну, как-то она почти матерна была. Дотя занес 100 рублей в соседней комнате, привет. В соседней комнате? Это как? Это он мне. Спасибо. Двоится звук игры, игра двоится, эхо. Игра двоится. Ты в наушниках? Наверное, потому что... Так. Тогда, видимо, вот так надо сделать и будет лучше. Нет. Пока двоится. Точно? Ну да, я сейчас слушаю. Они как будто в туннеле. Так, а сейчас? Окей. Вот сейчас ушло. Ушло. Все. Отлично. А, блин, надо было начинать с миссии, которая перед этим заданием. Что-то мы...
Почему? Ну просто это две сюжет... Три сюжетные миссии, которые связаны плотно друг с другом, и они, по сути-то, составляют одну единую арку, которая более показательна, наверное, чем одна отдельная миссия. Да, все и так помнят. Слушай, а Лука Бертона остался на месте? Надо к нему ездить? Ну, да, тачки воровать, учиться. Я не уловил момент, в какие, когда к нему надо ездить, потому что обычно ты это делаешь, когда задание кончается, тебе игра говорит, теперь вы можете покататься по городу, заехать к Лука Бертона или что-нибудь в этом духе. А в Definitive Edition таких моментов нету. У тебя просто закончился сюжет, ты приехал домой... или куда-то, okay. Тебе показывают финальную кат-сцену, и ты такой, переходим в следующее задание. А его вообще презентовали? Да, он был, он присутствует. Я... А, ну в миссии с гонкой, да? Да, 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 да. Понятно. То есть здесь разброда и шатания в принципе нету, то есть как бы свободно покататься получается. Ну да, на это есть, собственно, старый добрый режим большой прогулки. Не, ну я имею в виду, что в старой версии это было, что вариант, что ты можешь либо поехать в бар и закончить миссию, либо еще вот потусить. Да, тут просто потусить нету такого варианта. Ой, а еще можно посмотреть миссию с этим, следующую, знаешь, какую? Yeah. А, с Сальери, ой, с Сальватором вместе воровать, it, где надо было документы. А? Да, можно. А активности внутри бара есть? Там бильярд покатать, там выпить, как я помню, в туалет сходить опять же. Не, по-моему... Не интерактивный тут особо мир. Можно в двери походить. Блин, так, двери можно открывать? Уже нормально. Это да. Вот даже с Сарой нельзя поговорить. Она просто стоит и метет. А я не помню, здесь он уже мутит с ней или нет в этот моменте? Да. Ну, это... Или поездка в деревню будет после этого задания, или она была до. Ну, короче, да, это уже после того, как он ее провожал и защищал от придурков. А, ну да, конечно, после. Здесь же этого же убиваешь чувака. Там же ты проучил. Ну, да, подонков, да, потом убил. Из-за этого потом... происходит вот эта миссия. Да, точно. Ну, Сфен, рассказывай. Чё рассказывать? Спрашивайте. Изумительно или неизумительно? Не, давайте оценку спойлерить не будем. Пускай хоть какая-то будет интрига. А режим обучения взлому он остался, что ты не можешь всеми тачками пользоваться и вот это вот все делать. Этот самый, господи, кто он? Ральфи один раз тебе говорит, типа, как взламывать машины. И у тебя после этого появляется вариант, типа, подойти к машине и взломать ее, а не угнать, разбивая окно. Вот, но, по-моему, ну, типа, он обучает только один раз этому трюку, и он, я так понимаю, распространяется на все. Ну, типа, одну взломал, значит, все взломал. Хотя в оригинале я там тоже, помню, ближе к концу... Это... Была... Говоришь, Ральфи, идешь, ну, обучи меня, как взламывать машину. Подходит, ну, с твоими навыками ты справишься. У тебя такой, раз, теперь ты можешь взламывать эту машину. Он даже ничего не говорит, нет, не показывает, не говорит там. Он говорит, да, ты и так справишься. Концовку видел, поменяли ребят в конце? Да. Каких? А. Ну, типа, поменяли так, чтобы войти в синхронизацию
Со второй частью, да. Mm-hmm. Ну, кстати, концовку чуть-чуть подправили. И мне она теперь даже больше нравится. Там вообще финальная катсцена теперь прям хорошая. Он там выживает, обливает их из воды, достает пистолет и застреливает обоих. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, типа, с точки зрения фабулы все происходит точно так же. Но с точки зрения подачи нам чуть-чуть навешивают окружающего мира. И, ну, типа, в целом вот этот вот финальный монолог о том, что было после того, как случился разговор в кафе с детективом, он, ну, типа, идет чуть-чуть в другом направлении и несколько подправляет события. И, короче, вот эта концовка мне нравится даже больше, чем оригинал. Оригинал звучит хорошо с той точки зрения, что тебе хочется его выписать на листик, короче, повесить в рамочку на стенку. Вот, этот, наверное, не так хорошо в этом плане звучит, но он по-человечески чуть более понятный и хороший. Я так могу сказать. Короче, это мое мнение, а вы сходите в кино и составьте свое, да? Не, ну да, понятное дело, что я не могу решать за всех. Мне нравится, кому-то наоборот, может быть, надо, чтобы формулировалось все исключительно. Так, а у нас сложность-то в итоге обновилась? Да, мы на классическом. Оу, май, сейчас будет интересно. Ладно. Привет всем. Антон, когда чтиво на ВЭО, Али забросил это дело? Да не забросил, просто пока в делах весь. Но варианты есть, что почитать. Так, и недавно это было, всем составом читали. Стопгейт. Да. Ой, они механику штрафов оставили? Да. Не палят сразу. Ну, тут копы не самые умные, но как минимум реагируют они довольно ранжированно на разные штуки. Так, блин. Давайте уезжайте куда-нибудь. Только не мне в лицо. А, здесь они поиск ведут именно так, этими кругами, да, вот эти штуки? Тебе надо из кольца розыска выехать. Там нету определенного конца, там есть... если они тебя видят, то они тебя преследуют. Если они тебя перестают видеть, то отмечается точка, где они тебя видели последний раз. Они где-то в той окрестности тебя ищут. И если ты ни на кого не натыкаешься, не напарываешься, то они тебя потом бросают искать. Mm-hmm. То есть прям какого-то кольца, из которого надо вырываться, его нет. Это же, по-моему, только в 4-й GTA было, и все. Ну, по-моему, потом эту механику все переняли, вот эту, что есть кольцо розыска. По-моему, это... И во второй мафии это, по-моему, использовали, не? Или я уже не помню? Я вот уже, честно говоря, не помню во второй мафии, как было. Как обстояли дела со всеми... Да, вот это проходная процессами. Часть, так что можно даже не обращать внимания. Так. Чувак настойчиво спрашивает, когда перемотка. Ну вот я присматриваюсь к ремейку мафии, можно сделать интересный разрез. Между как видел игру, блин, чешский художник, фотограф, и как видят профессиональные работники киноиндустрии в постановке во всем этом. Ну, это пока в долгом ящике. У меня просто очень большой долгий ящик. Да много чего входит. Много входит, а ничего не выходит. Ну или не то, чтобы ничего не выходит. Ну, здесь надо настроение поймать, не знаю, я же такой человек.
Штрафов во второй мафии не было. Ну да, во второй тебя, по-моему, тоже сразу арестовывать. Ну да, там... Там взятку можно было дать, тебя арестовывают, и ты на колени, по-моему, встаешь. Не, а там, по-моему, ты встаешь на колени, и можно было... Ну, был шанс вскочить, начать размахивать пистолетом. Кто там? Вася, привет. А потом... Не, погоди, я слушал про вскочить и пистолетом там. Вскочить, начать размахивать пистолетом, убивать копов, которые пытаются тебя арестовать. Так, Вася, громко. По-моему, тихий, потому что, да, у нас сегодня тихий дискорд. Сейчас я сделаю Васю громче. АСМР-вечеринка. Да. А что у вас тихий дискорд, зачем? Я не знаю, почему-то у меня дискорд тихий. Все, я тебя уже выкрутил погромче, должно быть все нормально. О, да. О май гад. Это я люблю. Что произошло, что пока, какие были разговоры, так, ну типа, если вдруг... Да, ну... пока ничего, никаких особо важных разговоров не было вроде. Ну, 20 минут прошло, и что там уже... Это... За это время можно пол игры пройти? Нет, нельзя? Ну, нет. Какой я... именно игры? А, не знаю, ну, какой-нибудь наверняка можно. Сапёр какой-нибудь, на какой-нибудь сложности можно. Можно пройти наполовину за 20 минут. Ну, если скипать диалоги, если использовать одну из продающих фич на Escape, можно проскипать всю игру. Да, за это есть ачивка. Можно и побороться. Планируете на плойку выпускать? То мне платины не хватает. На плойку? Блин, там, наверное, очень много денег на портирование надо. Ну, да. А чё вам с DLC же немного денег прилетело? Ну, Вась, смотри, это поколение уже как бы все, я подумал, может, на следующее. Ну, давай. Это не потянет. Там стартовую линейку войдет в PS5. Чтобы было ради чего плойку покупать, то все говорят, что вот, не из-за чего покупать, а так будет смысл. Ну да, со вторым эпизодом сразу вместе. Да, это будет важно. С видом от третьего лица. Так, Ниджай оформляет подписку с уровнем 1 уже 22 месяца. Ваня и мужики, привет. Да, так это Надя. Привет, Надя. Ниджай. 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 Ниджай это было в Assassin's Creed Origin. Главного героя звали Ниджай. Точно, я думаю, откуда я знаю? Я что-то продумал про Star Wars. Так, Ваня, я думал, здесь более вариативный геймплей, а не как это. Здесь тоже опять надо начинать надо перестрелку, или это твой путь просто? А... Пути без перестрелки в этой миссии, по-моему, нету. Ну, я, кстати, в этой самой не помню, чтобы она тоже, ее не было. Не, ну там можно было сходить, достать нож, все вот это потихо пока сделать, повырезать кучу народу, потом подойти этого с ножа. А, да, не, да. Ну так это другая тема уже. Так, там какие-то донатисы, говорит, не читаете. Сейчас я пойду прочитаю донатис. Так, что... Витя Альварес. Занял 150 рублей. Так игра уже вышла, или это опять чемоданный доступ? Это пресс-доступ. Сейчас выйдет обзор Sirius Sam 4, вы, блин, посмотрите на чемоданный доступ. 20 минут чемоданного доступа. Блин, я хочу посмотреть. В соседней комнате привет, только таскайте ящики, только хардкор, давай порт на финал стрима. Да, просят, видимо. Я донат прочитал от Доти. Пресс чемоданный доступ. Что-то я хотел сказать, сбился. А, я что-то глянул геймплей этого Serious Sam'а, там у кого-то. То есть вначале я посмотрел на катсцены, я так думал, что, кого? А когда геймплей начался, вроде со стороны бодро смотрел, если, ну, не брать в расчет графоний и вот это все, то есть как-то динамично все было. Ну, оручие типы на месте. Ну вот, знаешь, типа, извините, что на стриме мафии обсуждаем серию, просто я его только сдал. Вот, выйдет ли сегодня обзор, вот спрашивают, если все сложится, то выйдет. Вот, просто...
Как тебе сказать? Ну, типа, да, орущие типы на месте для людей, которым хватает, чтобы в руках был ствол, и орущие типы бежали. Ну, в принципе, Сэм, они могут в него играть. Да, но... Но-но-но-но. Ну, я так смотрел, это как будто, знаешь, первый Сэм с хай-текстур паком, короче. Ну, да. Я думаю, они этого и добивались. Наверное. А ты заметил, какая-то тенденция вот так вот продолжение во всратом качестве делать? То есть был постол недавно тоже, очень интересно Так выглядящий. апостол, по-моему, еще не вышел же Постол не вообще. вышло же в итоге пока. Ну и ты думаешь, там это будет такой гиперпрыжок в качестве на релизе? Не знаю, я сейчас не смотрел, но как бы прошлый постул был такой себе. Вот. Не, ну, если мы в третий это в расчет не берем, его делали индийские разработчики из России, так что. Не. Ну, а второй он вроде как бы в духе своего времени был нормальный. Так, а ты уже эту сходил? Проститутку отпустил или нет? Не, я решил сначала всех убить, потом сходить ее отпустить. Я не знаю, почему именно в этом порядке. Ну да, сначала стреляй, а потом спрашивай. Да, я согласен. Постол могут и допилить. Ну да. Ну. У постола-то там концепция такая, прям. Пилить, не перепилить. Почему ГГ выглядит как пластиковая фигура, да и остальные не лучше? Ну, потому что это консоли. Движок такой, не знаю. По-моему, нормально они вполне выглядят. Вот Ну, у меня более такая олдфажная претензия, потому что мне ремейк, ремастер Томми вообще не располагает к себе. Ну, то есть, не знаю. Ну, Какой-то он недушевный. не, ну да, он как бы не чувак, который мыслит глубокими философскими материями, пока Да не, убивает но... 150 человек на экране. Да не, но дело не в этом. То есть, само вот лицо у персонажа, он какой-то нерасполагающий такой. Просто если его сделать обычным там, ну, противником рядовым, то как раз будет, не знаю. То есть, а главный герой, он все равно должен как-то, ты должен себя ассоциировать с ним, вот это все. Он должен быть. Даже если он негодяй, он может быть симпатичным негодяем. Ну, не знаю, тебе типа важно, симпатичным ты героем играешь или нет? Ну, я сказал располагающим. Это не располагает, это говорит, крысиное лицо. Ну, Ну, кстати, короче. я соглашусь, и реально такое есть. И даже если герой как бы мразь, но она такая типа обаятельная мразь, то даже за него интересно играть. А если герой типа нет, не вызывает эмоций, кроме таких каких-то негативных, неприятных, то так менее хочется за него играть. Он, знаете, на кого мне напомнил? В Эй Нуар был такой персонаж в кепке, который детей растлил. Его еще на футбольном поле ловишь. Вот он на него А, похож. есть такой, да, я помню такой. У Вот него он мне еще. его напоминает, и я сразу отторжение. Ну, что ты вспомнил, конечно. Интересная ассоциация. Смотрю, тут прям до хрена народу в отеле. Да. Нет, так там и в оригинале как бы до хрена народу, если начинать Да нет, сделку. там внизу их было несколько, причем там еще был один моряк с револьвером, который внезапно решил в героя поиграть, вместо Да. того, чтобы кобелиться с барышнями. Вот. Голый. Гигамафи, по сути, гопник, как раз про него морду сделал. Но он, не, но он же первоначальный таксист. Все-таки. Надо было лицо таксиста такое, там, дорогу покажешь, вот это все.
А что за миссии, напомните, я считаю, пока? Это в отеле, где надо взорвать окно, и потом прийти в церковь. Первое отсюда, где Томми в разрез идет с мафией. Ну тут, кстати, он идет по просьбе Сэма. Ай-яй-яй, вот это было лихо. Я помню, что он в разрез идет, когда Фрэнка не убивает. Да, ну, типа, здесь он по этой самой не убивает эту мадам. Да, здесь с этого все начинается, его косяки. А-а-а, я уж не помню. Давно играл. Не, ну, как бы, по большому счету, его косяки начинаются, когда... Ну, хотя это не его личный косяк, наверное, когда они убивают как? Этого пацана. Как он играет, если до выхода еще 7 часов? Руками на геймпаде. Да, на да. Ну, как мы видим по геймплею, так себе он играет иногда. Его убивают. Ну, вот, я не... Тут какое-то очень странное, блин, прицеливание, к которому я приноравливаюсь. Оо, как откатились. Все, не могу никак нормально приноровиться, короче, с геймпада. Зараза, ролик Сэма уже мог бы заливаться, но две ошибки. Причем на одну можно закрыть глаза, но в конце я в песню вместо... комбайнеры написал ком, мягкий знак, айнеры. И это, короче, ты так на одну буквочку, на одну клавишу ошибся буквально. Ты так начал говорить, что в конце песни, я думал, ты там поешь в конце. Такой ноту не взял, сейчас скажешь. В конце самое я плакать должен был, а не петь. Ай. Ну, я не знаю. Я вам просит уже сложностью брать, чтобы одну миссию весь стрим не показывать. Сейчас, по это самое. Кстати, вот если с этой сейчас не пойдет, тоже. Предзагрузочка на плойку появилась. Смотрите. А то я-то... Мне-то не занесли копию, поэтому я свою сам... Вася, ты будешь мафию покупать, спрашивает маэстро. Я ее купил еще, когда только бандл вышел. Ну, да, в смысле, как только вот они объявили о вот этом вот трилогии. Консервы, вокруг. А да. Сколько сейчас за две штуки торгуются, да? А хрен его знает, если честно, сейчас посмотрю. Блин, нет пока. Может, надо ее активировать в PSN. Сейчас посмотрю. Get Progress, спасибочка за подписку. Ну, я сейчас посмотрю, подумаю и, может быть, возьму. Так, а ты на куда ее хочешь? На плойку тоже себе? Да, ну, на несуществующую мою плойку, да. А, ну, тогда на ПК-то она, наверное... А на ПК я не знаю, кстати, сколько она стоит тогда. Тогда тебе не актуально, сколько я скажу. Ну, пока, по-моему, весь бандл 2000 стоит. Да, ой, блин. Надо в Steam лезть. Ну, что-то пока не появилось еще отдельно. Надо ждать релиза. Эх, а хотел подзагрузить. Не жалко, что такое. Ладно. Замес в Монас будет в субботу. Я так понимаю, что... До чего вы там дошли в итоге? Мы дошли до того, что что-то никто не хочет играть в Монас. И раз никто не хочет играть в Монас, значит, мы не будем делать замес. Ну, я как бы сразу еще до этого говорил, что я не люблю мафию. Когда тогда мы играли в мафию, я сразу в нее не пошел. Ну, не, я пошел в нее только потому, что там не набиралось народу. И ну, сказал, что я... больше не пойду. Ну, если бы она называлась The Wolf Among Us, тогда бы я бы пошел. Интересно, как бы выглядел замес в The Wolf Among Us. Ну, чтение по ролям. Читаем по ролям то, что уже озвучено по ролям. Так она же на английском. Ну, в смысле, озвучено на английском? Ну, а у нее же не было локализации. Ну, мы могли взять просто, как бы, комикс и читать его. Не, ну комикс-то вообще про другое. В смысле? Есть прям комикс, который повторяет точь-в-точь, и рисовка оттуда прям сворована. Я читал. А, ну это скучно. Я всю предысторию читал, и вот до этой штуки дошел. Потом там вторая глобальная арка началась, я что-то забросил. Блин, да вот Иван напал.
Окей. У Антона есть факты. А еще локализация полная в «Мафии» и ремастер, или только субтитры? А, вообще полная, но так же, как и с бетой, я только в самом... Ну, во время установки нашел менюшку языка. А как в процессе запустить и сказать, что типа, а давайте мы посмотрим, как там другие локализации себя чувствуют, я что-то не нашел. Ну и как бы трудности перевода не моя тема, поэтому... Это уже совсем другая история. Да, не то чтобы я пристально искал. Вася платину выбил в Крузисе? Почти, почти. Там осталось такие типа, накопительные ачивки. На максималочке прошел. Да, игра все так же недоделанная, как и была во время разбора полетов. Ничего не поменялось. Стало только хуже. На самом деле, потому что ремастер не ремастер, и там некоторые эффекты такой испанский стыд вызывают, ну, на консолях, я понимаю, да, это особенно все равно в 2020 году. Они просто бенчмарк обновили. God of War есть там. Да. Так, по-моему, все говорят, что на ПК они так и оставили, блин, однопоточность в Crysis. Они не смогли, блин, сделать многопоток, из-за чего, ну, типа, ограничение на процессор, оно осталось, никуда не делось. Причем неважно, сколько у тебя там ядер, используется одно, по-моему, и все. Так что, такой серии мастер. Зачем ломать то, что работает? Причем они портировали на ПК, вот этот ПК-ремастер, это портированная с PS3, там что-то, по-моему, версия. В ней вырезана миссия, которая была вырезана на консоли, которая была до этого на ПК в обычном Крайзисе, а в ремастерном Крайзисе ее нет, потому что это порт с консолей. Такой смех. Да, ящик, может и ящик, да. На боксе в Крайсе тени вместе с камерой поворачиваются, как будто лицо ГГ самый мощный источник света. Ну, майор, ты ж помнишь этот RTX взрыв ядерной бомбы в конце? Там, ой, там все плохо. Там внезапно Крайзис деградировал по графике до уровня Space Invaders просто. Какие-то лучи пошли на черном фоне, непонятные. Да. О, у нас бот в чате. Кто? О, май гад. Get Progress предлагает разбор. А почему ты решил, что он бот? Ну, а кто в здравом уме будет предлагать эту игру? Как там? Во время землетрясения. Ой, это было вообще смешно, когда во время стрима случилось землетрясение. Причем 6-бальное, 7-бальное, то есть прям существенное, да. Это было забавно. Не бот, а рекламодатель. Рекламодатель в чат не приходит. Точнее, не в этот чат он приходит. Если он рекламодатель, ну да. Если вы хотите прорекламировать игру, пишите на почту. Не-не, номер моей карты. Вот так начинаем. Пишите на номер моей карты? Да-да-да. Скидывайте сообщением сразу. А, да, в сообщении пишите название к сумме. Так будет удобно. Скажу, 5 баллов было. Ну, как там, говорят 5-6. Ну, где-то так, типа. Смотря еще на каком этаже это был. Поэтому ощущения разные бывают там. Когда ты на первом этаже, это одно, когда ты на пятом, это другое. Ну да. Все равно, 5 баллов, я не знаю, большинство из вас, наверное, не трясло никогда даже 5-бальным землетрясением. Да я думаю, большинство вообще землетрясениями не трясло. В Новосибе в свое время были нормальные толчки. Причем, ну, я в частном доме жил, и мы на первом этаже сидим, и что-то за компом с другом играем. Он говорит, сидит, меня что-то калашматит. Такой, я в смысле, мне что-то трясется, я такой руку на стол ложу, и такой прям... Стол немного вибрирует, короче.
А потом на следующий день там поехали уже в школу, и там что-то кто наверху жил, тебе говорят, там нормально так шатал, народ выбегал, ну, на так улицу. Потому что, ну, дом, амплитуда же раскачивания, получается, консервы, у земли самая маленькая. У нас друзья на 15 этаже живут, они такие, блин, говорят, там нормально, нельзя было идти по коридору. Ну, естественно, все раскачили, пошли, говорит, с стороны в сторону, просто тебя по коридору шатает, дом раскачивает. Консервы, консервы. Ого, смотри, как ты забайтил бота. Вот подарил аж две подписки. Ничего себе. Отлично. Спасибо. Все бы боты такими были, блин. Нарекаю тебя официальным ботом нашего чата. Спасибо большое, дед. Бот-хранитель. Да. ЧСВ Васи разрослось так, что уже вызывает землетрясение. Я думаю, тут ближе цунами волной накатывает, знаешь. Ну, Вася вроде не в море живет, чтобы цунами накрывало. С Байкала приплыло. Лосину прорвать не сможет. Блин, какой же мурод. Надо сейчас посмотреть. Don't you ever forget how it feels to be this scared, to know you're just one twitch away from a hole in the ground. Because if you ever show your face in this town again, they're gonna find you with 2 in the head. Do you understand? Lucky for you, Sam's got a big heart. Get dressed and make tracks. This place is gonna blow soon. Блин, а вот написали в чате, что Томми разговаривает как Джон Бернталь, и он, блин, и лицом на Джона Бернталя, мне кажется, немножко похож. Да, есть. Пошел гуглить Джона Бернталя. Вот каратель нетфликсовский. И в этом, в Walking Dead в первом сезоне. В первом сезоне был, да. Ну да, ну, вот. Какой там сезон сейчас, 86-й идет? Да-да-да-да-да. А, который трахал жену ковбоя. Да, 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 да. Жену отца Карла, вот так проще. А здесь Сэм прям, да, просит? Да, здесь перед миссией, типа, Сэм угорает. Ну, не то, что угорает, в смысле, а просит, чтобы эта девчонка... Ха-ха, не убивай его! Такой... А у него какие на это мотивы? Это его девка? Не, ну, типа, просто он с ней тусил, она ему нравится, он не хочет, чтобы она помирала. Любимая проститутка. Смотря на то, что она его киданула, да. Ну, не то, что она его киданула, она, скорее, просто воспользовалась... Ну... Типа, как они описывают ситуацию, как бы это просто. Она туповатая и не поняла, что просят у нее. И зачем им слушать то, что она это самое. И Сэм пролошился, потому что, ну, типа, мафиозная работа, это так тяжело, иногда хочется выговориться. И вот, собственно, он ее использовал как такой эмоциональный утилизатор. Mm-hmm. Это, кстати, забавно. Я сейчас зашел на плойке в меню, ну, и смотрю, что Фен играет в Mafia Definitive Edition, да? И у тебя в статусе написано «Учит отморозков уму-разуму». Это миссия так называется? Или что просто? Вообще, я бы такую подпись делал к другой миссии, где, собственно, панки, которые пытаются приударять за Сарой. Приударять такое прям в очень в кавычках саркастических. Эмоциональный утилизатор, народ кекает. Ну, то есть, ну получается... я не знаю, как это еще называется. Не, я понимаю. Ну...
Просто получается, тут смещены характеры. Да, да, местами. В этой сцене, то, получается, Томми, он не колеблется, он, в принципе, знает, что делать, и то есть это его никак не описывает, не подчеркивает. И он как бы осознанно ее запугивает, чтобы она свалила из города, да. Ну, то есть у него моральной дилеммы тут нету. Да. Получается. Не, ну у него моральная дилемма, типа, пойти на поводу у Сэма или убить ее. Но так как он не хочет ее убивать, то он особо не колеблется и просто знает, что он ее сейчас запугает, и потом пойдет дальше все взрывать тут. Ну, такое себе. Ну, не знаю, по-моему, нормальная тема. Не, ну просто в оригинале, получается, он и шел от маленького предательства к все большему. То есть, типа, все сильнее в разрез шел с идеалами мафии, с теми укладом. А здесь, как бы, немного это смазано. Ну, это опять такое брюзжание. Ну, типа, по факту-то и здесь, и там он ее не убивает. Нет, ну, важны мотивы. Здесь это не чувствуется, что он там не хочу убивать. То есть, типа, если в оригинале, там он у него по лицу видно было, что он колеблется. Это было для него как бы спорное решение, которое он там, типа, в экстремальной ситуации пытался решить, делать это или не делать. То есть, типа, это его рисует как положительного персонажа. Здесь я вот, если тот контекст убрать и смотреть эту сцену в отрыве, смотришь, полный мудила. Ну, то есть, которому похер, ему сказали, что... Без контекста на сцену, у которых есть контекст. И все. Слишком идеализируете оригинал. Да нет, я не говорю, что, типа, это такое. Нет, тут на тему того, что он там не хочет убивать и какие-то такие вещи... У него есть сцена как раз вот с чуваками, которого... С чуваком, которого они из поля убили. И на похороны которого мы сейчас придем. То есть там он в том моменте как раз будет разговор у них с поля на тему того, кого убивать, кого не убивать, что, кого и как вообще делать. Зерон спрашивает, а диалогов во время поездок добавили или снова просто езда? Вообще добавили разговоров много. И в, ну, типа, и на поездке, и между поездками, консервы, сами сцены, когда случаются, их очень охотно расширяют. Кстати, стрельба из машин. Просто мафия этим тогда славилась. Они там открывали с помощью этих... весел окна, высовывали пистолеты, это было круто, а в GTA это пришло только в четвертой части. Ну, тут нормальной стрельбы нету. Там появляется у тебя прицельчик на вражеской машине ближайшей, и ты просто жмешь на кнопку выстрела, и все. А окно он открывает или разбивает? Оно открыто по умолчанию. А там вообще никакой анимации нету. То есть руки с оружием ни в каком виде не выскакивает наружу. А его в оригинале тоже взрывом вот так выносило в спину? Ну он прыгал. Ну он прыгал, но тут просто его реально взрывом просто вынесло. Ну он как будто ждал, как сейчас мне это поджопник дадут волшебный, я перепрыгну. В оригинале я точно не помню, что там происходило. Не, он там прыгает, и взрыв на фоне, и парни не оборачиваются крутые, а потом такое затемнение идет, как будто там, не знаю... полчаса или час прошел, пока он валялся. Но склеены, ну, кадры идут такие, что он как будто тут же встал. Не, по-моему, он сразу встал. Ну там оно через... Ты же бежишь по крышам? Да, да, да. Я тебе про это и говорю, что там именно с точки зрения кино, там такое затемнение как будто. Типа, прошло время. А-а-а. А по факту не прошло. Да, да, да. Сказать, Антон. Окей, хорошо. Я понял, я услышал. Кстати, там бот еще одну подписку подарил. Щедрые боты пошли какие. Да, не говори. Это не тело, что там куртизанок нам каких-то предлагали в комментариях. Да.
Винтовка. Да. Ну, кстати, оружие больше стало? Не. Там, по-моему, убрали Colt Detective Special, который, типа, даже в оригинальной игре был никому не нужен. Ну, который полицейский, вот эта пуколка, или ты да, да, да. Но не полицейский пуколка, а который... Условно детективная пуколка, которой ты можешь там шину сдуть, но человека, чтобы убить, надо из нее выстрелов там 6 сделать, 7. Антон, так сколько надо задонатить, чтобы обозрели ПК-версию игры в сеттинге темного фэнтези номер 1 в США? Консервы, консервы вокруг. Это что за игра? Надо, чтобы консервы были вокруг. Да Get Progress и продолжает консервы. Не унимается. Уже четвертая подарочная подписка от этого участника на канале. Коти 011. А у тебя Get Progress есть какой-то... Как ты выбираешь? По-моему, Котя попросил и подарили. Это так работает? Ну, иногда бывает. А иногда не бывает. А иногда. А! Ну, вылезай! О, ты какой хитрый! Котя попросил до этого. Там пистолеты есть, потому что пройти финальную миссию только им, то еще испытание. Финальная миссия — это вообще самый большой, по-моему, обман первой мафии, который был. Ты когда приезжаешь на эту миссию, и тебе надо там перестрелять кучу человек, у тебя в кармане только там 6 патронов в револьвере, а до этого, оказывается, ты мог заехать к этому продавцу оружия и затариться там то миганами, никто об этом как-то сильно не говорит тебе. Да, причем еще машину зачем-то ты угоняешь там у Лука Бертона, типа. Ну ладно, что это потом тебе пригодится в плане того, что ты когда перепроходить, что у тебя доступ к этой машине будет, но по факту, типа, она вообще нафиг не нужна. Надо быструю машину и дают прям, ну, по-моему, одна из лучших там тачек. Учит угонять. Ну да, я помню, что с 6 патронами там за этот угол прячешься, выманиваешь. Да, да, там просто кошмар с этими 6 патронами, я помню. Какой вызов. Ну, в мафии вообще в первой части надо было вот реально из-за какого-то угла там просто вот высовываться по миллиметру в аэропорту, или когда ты порт штурмуешь этот, где там постоянно чувак никак не умирает, ты за ним там едешь, этот порт. Там весь надо зачистить, и ты там зачищаешь его полчаса, потом тебя какой-то рандомный мужик застреливает, и заново этот порт зачищаешь. Такой, просто любишь и дружишь. А она тебя. Да. Не, ну тут от этого отошли. Теперь большинство заданий очень коридорно устроены, и ты не можешь полчаса драться с портом, и потом тебя, чтобы убили. Смотри, бот боту подарил подписку. Вот дела. Восстание машин. Проапгрейдил. Кстати, следующую миссию предлагаю посмотреть на корабле. Это тоже интересно. На корабле? Так, погоди, а ты что-то после этой штуки тоже же уже заказывал? Можно, кстати, быстренько пройти с... рукопашкой, посмотреть на рукопашку обновленную, которая не такая мучительная. Сначала давайте эту добьем. Не, а ну типа там, блин, система из двух нажатий кнопок. Нажатий двух кнопок, если точнее. Да. Не, про всю миссию целиком, она же такая большая, вроде, как я помню. Не, там одна драка и потом еще одна драка на следующий день. Потом погоня, и, собственно, все, смотрим на чувака. Ну, вот на вот этот вот труп, но в машине. В порту садишься в машину, едешь прямо к вагону. Вот тебе спидранерская тактика подсказывает.
Не, ну это спидранерская тактика. Если ты нормальный человек, то что делать? Адекватный, да? Да, если ты хочешь получить удовольствие от процесса. Что-то сильно поменяли цену. Ну, я вот пока смотрю, вот ничего критичного такого не наблюдаю. Меня смущает только обновленные персонажи пока. И все. Наверное. То есть, насколько вот тогда мафия, она... Ну, на тот момент казалось мне мега реалистичной. Вот это вот все там проработано, особенно в катсценах, когда смотришь. Хотя у них восьмиугольные уши были, вот эти углы. Ну, тогда казалось, это круто. Ну, а тогда ничего другого просто не было. Не, и они как бы запоминающиеся, то есть у них у каждого была своя какая-то такая фактура, они были, отличались друг от друга. Не, ну сейчас тоже они отличаются, собственно, так-то, как бы. На минуточку. А, и Поли в пиратском переводе был Паули, это было круто. Вот почему тебе старый нравится больше. На эту игру не будет пиратского перевода, где Поли будет Паули. А может будет. Или сделать мод. На винде, на седьмой винде пойдет, фен уже вроде на седьмой винде. Нет, нет, нет. Десятка нужна. Во-первых, фен сидит на плойке сейчас. Да. А, во-вторых, ну, собственно... Нет. Не, ну, я не об этом, я к тому, что... Да кто... А, это священник орёт, господи боже. Мужчина, прекратите. Вас неинтересно слушать. Ну, короче, для превьюшки я оставил десятку отдельно. Спецом. Ты из тех людей, которые так, ну, если надо, быстренько поставлю новую винду. Да. Ну, типа, если надо. Тут в этом ключевой момент. Так-то я не... Не практикую. О, у меня свободный выходной. Поставлю новую винду. Свободный денек. Да. Но чтобы мне потратить время. Не, ну можно же там какой-нибудь зверь. Лишний, я помню, поэкспериментировать. Миллениум там. Не-не-не. Вот это точно не ко мне. 3-1 на крайняк. О, вот это лучшая винда. О, это знаешь, это кто? Это из Watch Dogs, это хакерша, короче. И старый. Вот этот же толстенький с поломанной рукой? Да, 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 такая в очках, которая там подсирала активно. Которую в бункере не сделал. Сходи сейчас, в Epic Games бесплатно раздаю. Возьми. Поиграй. У тебя еще есть час, наверное. Я его лучше проведу в эфире. Я, по-моему, рассказывал эту историю, но я это первую мафию еще, ну, я много раз проходил. И фрирайд, и все вот это. А потом я, мне попался диск с русскими тачками. Поставил. Oh. Да. И там машину одну заменили на газель с будкой. Пикапчик. И этот пикапчик был использован в миссии, где на автостоянку надо за этим, за Бренди приехать. А, за вискарем. И эта машина, она тупо не проезжала. По габаритам в этот гараж не могла заехать. И просто миссия факапилась. Собираем. Давай.
Сэм, бегом! А, Сэм, погоди, у меня флешбеки, аж случились. Нет, спрашивай. Фен, посоветуй, как мудрый человек, что делать, если ты бот? Заранее благодарен, бот. Я-то откуда знаю, я ж не бот, я ж фен. Ну, я думаю, тебе надо поиграть в Detroit Become Human, там как бы есть, ну, руководство, как быть не ботом. Как из бота бекамить в human. Да. Как там называлось, там надо было... Вот эта шкала по поломке... Нейроиндиации? Да, 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 да. Ты станешь девиантом. Да, блин, что вы сказали про Бернтала, и я чем дальше, тем больше слышу в голосе главного героя Бернтала. Блин, это же надо еще вспомнить, как он звучит. Это где вообще? Нет, он так-то сейчас более-менее, ну, не то что на хайпе, но не то чтобы он забытый прям актер. Не, ну ты назвали ходячих и что-то еще. Не, ну, во-первых, были ходячие, во-вторых, гораздо ближе по времени был... Первый сезон ходячих, когда он вышел? Нет, так первый сезон карателя был совсем не так давно. И как бы он был вообще хорош. И помимо этого Бернтал за последнее время был много где. Просто более точечно. Оп, 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 оп! Okay. We lost them. Thank Christ. Gonna be trying to forget. Вот, поэтому я помню. О, кстати, его. Остался тот знаменитый скип, когда, ну, там в виде лесенки под железными, под железной дорогой надо было спрыгивать, можно было от копов уходить рядом с банками, которые. Да. Да. Только, по-моему, банк теперь немножко переехал. Но скип сам по себе остался. Тут как бы вообще многие объекты немножко поперемещались по карте. Поэтому некоторые старые лайфхаки перестали работать. О нет, придется сделать новое видео 10 лайфхаков, мать. Привыкать к игре заново. Не, я знаю лучше другое название. 99% людей не знает этого. Антон, а можно ли ждать ремейка на перемотке мафии для ремейка игры? Но я это об этом в начале стрима говорил. Ну, у меня есть такие мысли, но пока это лежит в ящике. Кстати, неважно. Вань, действительно, режим экстрим остался или нет? Не-а. Есть прогулка. Ну, прогулка. И в ней, говорят, есть какие-то секреты. Но я никаких секретных секретов там не нашел. Возможно, там какие-нибудь дикости запрятаны. Потому что, типа, когда ты спавнишься в игре, тебе, ну, рядом лежит письмо, типа, найди западную точку, там таксофон. Если ты разделяешь мою любовь к хаосу и разрушению, мы найдем общий язык. Я не понял в результате, про какую западную точку, про какой таксофон. Я старательно их искал, но так ничего и не обнаружил. И подозреваю, что где-то что-то наверняка тут позапрятано, но пока ничего не видел. Ну, это, наверное, какой-нибудь... А на западе случайно не маяк находится? Не, маяк, по-моему, это вообще восточная, южная конечность, а, или там, да, северная. Рядом с богатым районом где-то. Да-да-да. Ну, а на западе там же строительный район. Ну, на западе там, собственно, Little Italy и... Не, а за ним Хабокин или нет? Не, Хабокин... А, Хабокин это центр. Не, да. Погодите, Хадукин же правильно говорится. Да, Вася. Как... Да. Когда этот, когда Рю кидает свой фаербол. Да, в честь него, в принципе, район и назван.
for helping me out back there. I thought my time was up. It's not anything you wouldn't do for me. I know. But when you come that close... Васю громче. Christ. Да я не часто говорю, может, мне не громче, я так... Я тут так чилю, иногда вопрос странный задаю. Так, чё мы, какая следующая миссия? Ну, ты хотел показать боевку, но мне интересно... этот... Катерок. Они там добавили вариантов, может быть? Нет, катерок даже... Ну, типа... Большинство миссий с гипотетическими... Блин, господи. Да хватит вы, дайте мне в главное меню вернуться уже. Это бот, поэтому он дарит подписки дальше. Мне кажется, он прекратит это делать ровно в тот момент, когда мы перестанем называть его ботом. Либо ты сделаешь обзор на топ-1 темную фэнтези Америки. Пам-пам-пам. Как он просит, не останавливаясь. Топ-1 темная фэнтези Америки. Так, что-то передали. Какие-то подарки, передарки пошли. Что-то понеслось. Понеслось! Так, ну ладно, давайте съездим на... Съездим на... Кораблик. Ехай на... Кораблик. Съездим на обзор. Кстати, как раз надо скинуть ссылку Глебу на обзор. Переделанный сейчас. Офисный Томми. Консервы, консервы вокруг. Хайповоз приближается. О, нет, убегайте с путей, он нас собьет. You need it up the stairs. I'll go straight up. It's Wartham. From today we are... Так, а это кто? Это повар. Я, конечно, это Луиджи. Луиджи. Повар. Заведующий баром. Что такое хайповоз? Объясните мне, пожалуйста. Ну, типа, паровоз хайпа, который... Типа, столько подписок подряд, все, ребят, хайпуем. Как тебе еще объяснить? Ну смысл этого? Ну, я... просто байда, чтобы все такие, уй, на хайпе, и кидали деньги с стримером в лица. Вот, где-то так. Типа, все хайпуют, и вы присоединяетесь к нашему поезду. Вот мой билет. Паровозик. Тыр-тыр-тыр. Да. Куд 13 дыр. Раз, два, три. Паровозик. Че не вспомнил. А, в трубе 13 дыр. The counts are still seeing red over his dead kid, so he's never going to turn on Morello. Christ, that guy's been given... А, еще меня смутили вот именно персонажи Сальери и Морелло. То есть я, по-моему, Морелло видел в трейлере, там тоже, в принципе, схожий такой жирный чувак, только в белом костюме. Не, ну Морелло более подтянутый. Но он все равно какой-то жирный. То есть, в отличие... В чем... Он не жирный, он большой. Ну, типа, блин. Он рослый и широкий такой. Ну, типа... смотри. То есть, если в оригинале рассматривать, то есть, они были полной противоположностью друг друга. То есть, и подавались как персонажи. То есть, такой... Сальери такой толстенький, добродушный старичок. Такой сединой, такой вот этот Морелло, он максимально так отвратительно выглядел, такой худощавый, такой злой, агрессивный. Да, но он не такой худощавый был, он просто был худее, и тут он тоже худее. Не-не, он там прям был по... дрищом. А здесь они как-то вот эти акценты не менее выражены.
Да потому что уж все мафиозики с пузиком. Не, ну это в реальной жизни. Какая у него татушка на руке, я просто. Образов и типа характеров персонажей, то есть там, через это они выражались. В том числе. Ну я не помню, чтобы прям он был, короче, худющий, но окей. Ну что, с дробовиком тоже с пузиком стоит, я о чем и говорю. А когда примерно обзор будет, а, Фен? Когда сделаю? Тут как бы тяжело наперед загадывать. Как клевая менюшка придумана такая, прям ни разу не выбивается. Ни разу не точно такая же была в «Мафии 3». Я не помню. Там же что-то в «Мафии 3» было. Там такой же выбор скинов. Кто-то менял скины в «3-й мафии». Я. Ну они же там еще и появились как-то не сразу. Ну я проходил, да? Давайте поедем на, короче, как раз в машине с 3-й мафии. Подожди, не он у тебя. Рыцарь-герой. У тебя эпоху не надо. Самую Толику. Зато быстро. Ну да. Поп! Это... А я думал, это у Фена едет. Я недавно на днях перепроходил регионат, не был там Марио Дрищом, чуть худее Сальери, да? Смотрю, ну у них по лицу было написано. Сальери композитором выдается. Не, ну Сальери как бы здесь похож на того, который был в первой части. Другое дело, что там он был как-то повзрослее отрисован и больше был похож на такого доброго дедушку поначалу. Тут на самом деле, кстати, мне нравится вот в ремейке как раз-таки наглядная демонстрация трансформации Сальери, короче, в процессе игры. Кто? Где? Да это я случайно. Это нажал. Хорошо. Блин, гуглю и вываливается кто угодно, кроме Сальери. Да господи, просто загугли какие-нибудь кат-сцены или там игрофильм «Мафия» первая. И просто я думаю, я гугл картинками отбрехаюсь. Загугли Моцарт. Записочки. Ой, блин, Сальери, нафига я вообще это пишу? Морелло. Ну ладно, не Дрищ, но он такой, не сказать, что особо мордастый. Такой вот. Я вот сейчас две фотки рядом смотрю и все равно он такой. Блин. Когда идет дождь в игре, одежда никак не реагирует. Вот, собственно, все, что нужно знать о ремейке этой игры. Вот, собственно, все, да. Да. Это все. Когда идет дождь, дороги говорит. Мокнут. Да. Остался прохожий, дождем не тронут. Когда идет дождь, это боженька плачет. Ты похож, что мы случайно забаним с ним или разбан. Нет, я не случайно тебя забаню. А в резике два персонажа реагировали на дождь. Что верно, то верно. Это да. Ну резик два это пушка.
И как они реагировали? О, дождь пошел. Ну, типа да. Дождь мокрый. Sure as shit gonna kill Galati. Ёпты. Странно было, что-то не задумал. Да, остался. Причем он даже не курит, что это такое? Подожди, слева поле, а справа кто? Сэм. Да? Что с тобой стало? Я знаю, сейчас вот этот корабль, один афроамериканский ветеран на дно пустит. Не, это будет потом. Если они как вкопанные стоят, так может там тазик с цементом. Это же мафия. Они стоят. Они смотрят на уплывающий корабль. Им что, танцевать надо или что? Хочешь здесь от сортиры отмыть? Ха, как скажешь. Ну, типа, вот никто не это делал. Вот это диалоги. А, ну сейчас мы, кстати, тоже немножко подеремся. Окей. Ты матрос. Ты не матрос, вот это да. Бум, стало как-то просторней. На яхте. Да. Есть такое. Не без этого. Не, ну что сразу танцевать? Пусть один сложит руки на груди, а другой на причал облокотится. Да, и пускай у них на фоне падает дирижабль горящий, это что, скучный пейзаж такой. Нифига себе, как ты вот резко перешел от скрещенных рук до падания. Подожди, там, по-моему, винище стояло на столе, по-моему, его можно хлебнуть. Вино да. Стояло на столе, вино только стояло. Рюмка водки. Не, не вино можно было, а почитать бумажку. Стоят как в очереди за хлебом. Так может там рядом хлеб продают, действительно. В оригинале в этой миссии можно было в баре жрануть. Да, сейчас, по-моему, не пускают. Я пытался, но мне все на входе говорят, слышь, только для гостей. Раз Ваня довел эту шарманку, а в ремейке можно взорвать дирижабль из аэропорта? В аэропорту я не видел ни одного дирижабля здесь. Значит, уже взорвали без нас все. Да. Ведро можно было убить. Но он там, по сути, просто дрался кулаками. Слушай, просто у него в руке ведро зажато было. В окнах. Кто? Это RTX в окнах. По-моему, пленка натянута. Мне кажется, это не RTX. Ну, все еще лучше, чем RTX в Crysis, но... во время взрыва. Спидрани убивали через окно, говорят. Давай, Вань. Ну да, он там за дверью стоял, как-то его можно было, короче, грохнуть. Блин, погоди, ты уже ушел? А, сортир, нормально. Подойди опять к окну и повернись к нему спиной. Так. Подойти к окну. Да, и спиной. Со спиной. Встал. Сейчас, погоди, у меня ты еще с мужиком там почти... Повернулся. Обновил меня уже. Там просто мне казалось, что... Ну там же прозрачный ты, вот у тебя ну, же да. Нет лица. А это нормально, да? Ну я так зеркала понятия. И работают. Ты хоть раз, когда спиной к зеркалу стоял, видел, что вся целиком? А, ну кстати, да, логично. Ну а если, например, себя камерой снимать? Ну, типа, здесь у нас камеры нет, чтобы это проверить. А, может, тогда сработает. Да. Ну ладно, хорошо, все. Ладно, идем дальше. Принято. Ну, ангар 13 не изменяется в отражениях. Ну, извините, в третьей мафии все было намного хуже. Там, по-моему, в 5 FPS зеркало работало. Там зеркало было как в этих. Как в тайне третьей планеты. Вот.
которая запоминала там, просто делала снимок тебя и каждые несколько секунд. Причем там как-то размазано. Да, там вообще было искажение какое-то дикое. Вообще, что случилось? Duke Nukem 3D умел, по-моему, зеркала делать. Что с нашей индустрией стало? Нет, там были это разные же подход. Ну, там, да, понятно. Там, ну, там с такая тех пор времени была. Сколько прошло, могли бы что-нибудь придумать. Ну да. Чё они как эти, чё ничего не придумают? Ну блин, мы же да, тут играем. Это, типа, вообще, да, вот, странные разработчики. Пришлось видеокарты придумать, чтобы чёртовы зеркала работали. Капец. Лентяи. Ещё какой-то сын маминой подруги пристал. Да. Такой, типа, видал я тебя, чувак. А я такой... Я тебя тоже. Ну видел. Вот и боевку посмотрели. Да, да. Вот, вот так тут выглядит рукопашка. Ну, да, что тебя так клонит в бок, я не понял. Как будто ты тоже уже под углом бьешь. Там аптечка исчезла. Блин, задет. Такая ухмылка. Он как будто доволен. Люблю в бачок руку совать. Вот это мое. Слушай, под Бенни Хилла всю эту сцену можно, мне кажется, какой-нибудь. Там посмеялся, тут сортир почистил. Ну, мне кажется, тут деревня дураков, поыграем. Там же был морячок как раз. Так. В принципе, может бизнес-тренером устраиваться. Вдохновляющий речь говорит, даже если вы чистите толчки, не теряйте надежды. Ищите цель в свою жизнь. Там, может, вы найдете пистолет. Почему нет? Так, то есть, в принципе, нельзя зайти в бухальню? Да. Ну, как бы здесь уровень теперь это не некий набор. Ну, типа, это не Hitman, в котором что-то происходит, и ты в этом варишься и смотришь на интерактивности, которые у тебя есть. А тебе сказали, вот сюда пойди, вот это сделай, и туда посмотри. Да, потому что нахер интерактивность в играх. Не, ну, типа, я думаю, что вот эти какие-то моменты поинтереснее проработать, потому что, ну, в оригинале они местами явно были криво, и, то есть, типа, странно смотрелись. У меня большое подозрение, что у них просто денег на такие экзерсизы не хватило. Ну да, вот первой мафии хватило, у них не хватило. Не, ну сколько делали первую мафию по времени, и, типа, вот это за сколько там, за год? За полгода скрафтили. Почему за полгода? Откуда такая инфа? Ну, не за полгода, ну, типа... Месяца за три. Успешная работа. За три недели. Не, ну, по моим ощущениям, намного оно быстрее делалось. Госпожа хозяева... Это аргумент. Как вы смотрите на то, чтобы почтить рвение моего собрата? И сделать хотя бы рофл обзорчик в рамках стоп-кека. Ну год нам заносит 22 рубля. Ставь вопрос к Антону. Его вотчина. Кого? Стоп-кек, ну, не моя вотчина. Нет, стоп-кек не твоя вотчина, но вот эти все темные РПГ американские. Я до сих пор не понимаю, про чем. Deep Dark Fantasy! Про темную легенду. Рейп. Темную легенду. Слышу, наверное, такую. Рейп? Рейп, да. Shadow Legends? Нормально. Ну, видимо, я... Немного не того, кстати, ожидал. Я думал, это, знаешь, будет как... помните, был Hitman и был Contracts, по-моему, который
половина задания это ремейк старых миссий, то есть типа. И там была тоже миссия с отелем, которая тоже бафнули так. Можно просто сказать, что это типа, может быть, ты ожидал скорее этот Absolution, где типа вроде как бы линейная игра, но типа все равно есть там. Не-не-не, я имею в виду, что в разрезе, что. Или подход к переделке, понимаешь? Да, 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 что типа. Ну, у нас есть тот же уровень, можно же что-то, какую-то вариативность или еще что-то прикрутить. Ну, хотя немного. Я не говорю, что там прям наворачивают. Ну, то есть. А тут получается наоборот, даже отрезали какие-то вещи вот внутри этой миссии. А, ну зато добавили катсцену, как он в сортире лазит. Улыбаясь чисто. Да-да-да-да. Улыбаемся и чистим. Это че там? Слоган диска или что? Улыбаемся и чистим. Это уже гимн. Носим вашу. Теперь говорю, вроде все в точности как было. Ну вот там помню, что не в точности. Ну. Мне нравится, что место, где ты должен спрыгнуть на катер такой желтой лентой было помечено на полу. Просто как триггерный этот. Триггерный маркер. Чтоб ты уж совсем не пропустил. Кстати, а был блюющий чувак? Там же был чувак блюющий от морской болезни, к нему можно подойти поговорить. И он типа. Нет. Нету. Так, то есть я так понимаю, следующее? Они тут пошли за счет этих катсцен. О, откроем, может, автоэнциклопедию, давай посмотрим на местный автопарк. Давайте посмотрим. По-быренькому. Автоэнциклопедия. Машинопедия она называлась, во. Так я же в самом начале и сказал. Да? Да. Нет, как по-другому. Ну ладно, допустим. Болт. Хаверли. О, кстати, а давай миссию, где есть мотоцикл, во. Вот на ней мы точно зависнем. Потому что единственная миссия, на которой я застрял, пока проходил, это где надо на мотоцикле преследовать машину, потому что мотоциклы здесь управляются просто чудовищно. Ладно. А, о, народ напомнил, ограбление загородного дома. Кстати, я предлагаю. А, с этим? Да, с Сальваторе. Визит к Толстосума. А там же, с ним тоже можно там, сходить идее, и тачку угнать? Много трепежа и чуть-чуть стелса. По-моему, даже в конце... А, нет, драка есть в конце. Ну как же без драки? Ну, да. У нас же тут три геймплейных механики, надо их задействовать. А, ну можно было, кстати, этот самый на тест-драйв, наверное, было взять мотоцикл. Ну потом, давай после этого фрирайд запустишь. Фри-фор-ол. Да, можно. Ну если много... Трепежа можно скипать и все. О, здесь сам Сальери тебя привозит. Не, тут, по-моему, сейчас подвозят на самую точку старта. Он пускай немного потребится. Почему нет? Русти Шаклфорд. Каково, Вань, быть фен? Да ничего так. Пока в розетку включен, да? Да, пока питание есть, вообще норм. И пропеллер функционирует. Да. Ты холодным дуешь? Обычно горячим. Хорошо. Куда это все идет? Я пока не понимаю, куда. О, а здесь шляпы сбиваются, нет? Не пробовал. По-моему, нет. А вот в ремейке Резидента сбивал. Было и Нуар. А в Total Overdose 2004 года можно было просто подбежать к чуваку, нажать на Е, и он, у него хватал шляпу и на себя напяливал.
Так, ладно, вот. А в Скайриме можно было одевать шляпу на кого-нибудь. Там эти корзины. Может было из всего сделать шляп. Все в Скайриме это шляпа, в той или иной. Что-то может поднять главный герой. Да, да. Там же вагоны метро были шляпами, блин. В этом движке так. А если накатить моды, то можно было в принципе достать шляпу. Можно было игру превратить в шляпу. Сириус 4. Ничего не надо для этого делать. Чего ты по-больному видишь? Оно еще не зажило. Я только ролик сдал. Как короста еще не образовалась. Там 20 минут длится на игру, где геймплейная механика одна. Ты идешь, телепортируются враги, ты стреляешь. Так этим и славим. Могуч и славен. Ой, там пишет, а Мафия 3 просто шла. Да ладно, ладно. Со всеми обновами, без вот этих всех косяков, она терпимая, так скажу. Может быть, на релизе было не так, скорее всего, насколько я знаю. Да, на релизе было вполне нормально. Ну там просто, я так понимаю, было куча технических проблем. Ну, нет, там основная была претензия у людей, что типа для того, чтобы получить сюжетную миссию, ты должен там 5 районов захватить, выполнив там 2-3 таких вот зачистки аванпостов условно. Да. Ну она и была сама про это, то есть она именно что... Воевать там, в принципе, было не то чтобы неприятно. Ну, да. То есть, если ты с этим фактом примиряешься, то все встает на свои места. Так, стелс. Сейчас стелс от Фена. Мастер-класс. Выстрел с дробовика, я думаю, это довольно стелсово. Ладно, мы начали с хорошего стелса. Хопа-хопа, мастер стелс. Вот это я понимаю, взаимодействие моделек, просто снимаю шляпу. Что он не может сделать? Так. Взаимодействие моделек на уровне Sirius M4. А где бита? Бит уже давали. Где бит? Ну теперь нету биты, теперь ты ваша... руками делаешь. Теперь в этой игре теперь ваша карта бита. Прямо третьей мафии ремейка в том числе тупо убрали кучу мелких деталей, которые были, например, во второй части. Эти мелкие детали создавали живой мир и эту тягучую атмосферу 30-х годов. Вот так. Да, во второй части тягучая атмосфера 30-х, да. Но мелкие-то детали убрали. Ну да. А крупные детали? Ну, видимо, что-то с ними тоже сделали. Ну, типа его... Во второй, по сравнению с первой, тоже куча мелких деталей убрали. Ну, что да. Теперь? Ну хотя вторая все равно будет полное говно. Чувствую, в четвертой мафии мы просто за палочку будем играть, короче, и квадратик отбивать. Не, я ожидаю, что там будет персонаж с IQ табуретки просто. Не знаю, с мотивацией табуретки. Вот, в принципе, вот по вот этой схеме мафия, она, ну, вписывается. Чем больше цифра в названии, тем тупее и герои. Мне кажется, им надо тогда брать, и, короче, сеттинг России 90-х, и там за какой-нибудь совсем гопник это играть должен, который, знаешь, шапку носит вот с растопыренными ушами, вот так, ну, как это называется. Когда шапку напяливают, но ухи оставляют торчащими, вот так. Ну, то есть шляпа очередная, короче, я про нее. Игра про шляпу. Да.
Есть, кстати, люди, которые у нас в чате так шапку носят зимой, типа вот, чтобы уши торчали, чтобы уши. Она у тебя вот так, как грязь. А есть люди вообще, кто такую ушанку носит? С этого начни. А потом мы будем. Есть люди вообще, а то, что у нас ботов много. Может, уже все, произошел захват. Слушай, а если он дарит подписку, может, он в бота превращает? Так это, знаешь, типа... Это как механика зомби, вируса? Ну, либо вампира. Не, агента Смита, скорее. А, точно, точно. Точно. Речь не про ушанку, речь про шапку. Ну как вот эти вот гопники носят, эти как... Петушок эта шапка называется, или как вот? Ну, когда вот они напялят ну, эту шапку, она колом торчит вот так вот, ну, ухи у них. Она на ушах, а не на голове, как бы. Гондонка. Ну да, так ее тоже называют. Ну, она так называется, конечно, как нельзя на плече говорить. А, ну да, так нельзя. Погоди, Вань, можешь вернуться назад к шезлонгам? Пожалуйста, у меня вопрос один есть. Там журнал. Там лежит журнал? Да суть не в журнале. Шезлонги стоят, скорее всего, перед бассейном или что это такое? Почему ты по нему прошел, как Иисус? Это что-то потому такое? Что я Иисус! Это твой друг? О, подожди, это что? Мой подожди, друг Иисус, ну... мы с ним. Или чё? Это просто у них... Чё? Не, это просто почему-то какой-то вот мелкий бассейн. Да я не, ну там понимаю, смотри, там под работает. Водой же, под водой эти же плавают. Вон листья у него, по крайней они мере, по щиколотку глубина должна быть. Ну так наступи на них. Там воды сантиметр. А что это тогда за сантиметровое ну, это какая-то озеро, блин? Модная сантиметровая лужа. Это самый непрактичный бассейн в мире просто. Вообще. Не, ну это... В котором не поплавать, но который надо чистить. Вот это бассейн. Так его, видишь, не чистят в нем вот эта болотная хрень плавает. Да, с ним говно плавает. Придурки. Я готов отступить от просьб сделать обзор игры, которую нельзя называть. Взамен попрошу лишь напомнить Дауру про ЕС к финалке. Ой, это мы завсегда. Это... Дня не проходит. Утро с этого начинаем. Вася, станешь богатым, поймешь. Хорошо, давай тогда такая вещь. Okay. Ты делаешь меня богатым, а я понимаю. Вот. И объясняю всем остальным, зачем нужен такой бассейн. Я согласен. Такие парки. Вот такие бассейны были в парках в Нидерландах просто для красоты. Че, это эстетика, ну вы че? Так это же мафиози, какая эстетика? Не, ну у него вон дом весь из дерева. Из эстетики состоит, видишь? Да, довольно эстетичный. Смотри, вон лампа какая эстетика. Но это, кстати, не мафиози же, я уже забыл как. Не знаю, какая это. Не, это губи, это политик же, по-моему. Да, это там. А, не, судья, они же вроде бы что-то с судебными делами решали. И у него какие, или прокурор. Типа, а жена uh-huh. вот с этими с огурцами на глазах, кстати. Иди втащи. По самые огурцы. Точнее, помидоры. Да, она тут скучная, кстати. А тут, кстати, есть скин... Тем более повод втащить. Розового костюма, чтобы играть мафиозником. Нету. Я хочу мод на мафиозника. Все же видели этот ролик. Я только мемасы видел. Ну, условно, ролик и есть мемас, да. Как кого-то ловят, типа. Не, имею в виду, что фотку. А, не, менты там допрашивают чувака вот в этом вот в розовом костюме, с розовой шляпой, у которого костюм еще больше него, там у него рукава висят. Он такой, ты вор в законе? Такой, я вор в законе, какая кличка? Кличка мафиозник. Опасный парень. Да, да. Закрутить ролик. 15 секунд идет. Вася сейчас договорится и сделаю Васю в розовом костюме. Да я... В смысле? Студио Хэлл, это ты тогда меня мод в Резидент сделал? Я не против, если ты заменишь модельку главного героя на мою в розовом костюме. Я буду только рад. Sure. Show me what you can do. Shit. Be quick, Salvatore.
Он, кстати, на нового Томми похож немного, если честно. И если это ты, я предлагаю заменить на модельку Васи в игре Genital Joystick. Вот все у тебя вот ниже. В ватерлинии. В розовом костюме, что там все выглядит. А, они что-то расстроились. Ну да. А здесь по сюжету не потихо не уйти? Да. Ну, типа, здесь прям в катсцене мне... Ну, я и вижу, что он там ствол достал. Нарисовали, что я триггернул. Ну, может быть, это и вариант из-за того, что ты это... До этого поубивал всех. Не, так я всех потихо и вырубил. Я даже бабёнку не переполошил. Прикольно. Salvatore, stay back. Там же в оригинале подкрепление приезжало. А вдруг добавили бы альтернативный тип прохождения? Я так понял, здесь на это не заморачивались, сделали максимально прямолинейный и... Да. И чтоб пострелять можно было. Да, можно и сгореть. Можно пострелять, и между нами Блин, ты разбираешь слова этой песни? Я только пострелять, там что-то между нами пальба или... все там, а дальше текст заканчивается. Как долго он горит, господи. Вечность успела пройти. Вроде в слоумо. Ну, они почему-то на смерть всегда врубают, да, слоумо и такие. Прочувствуй этот момент. Щегол. Ну вот мне нравится, как они на попадание в голову реагируют, вот, правда. Вот, типа, импакт вот, приятный такой. Приятно стрелять людям в голову в этой игре. Да. Когда удается им попасть в голову, это приятно. Да. До этого неделю в Сэма играл. Ну там персонажи без голов. Вася разбирает слова в Медузе. Ну в Медузе я знаю, ну да, там. Почти весь текст знаю. Вы что такие злые? Ребят, ха-ха-ха-ха, как он смешно горит. Get Progress дарит говнятине подписку. Нормальный ник. Хорошие консервы. Да, консервы с говнятиной. Неплохо. Ну, это 90% консерв, так сказать. Вообще можно прочитать, конечно, равнятина, но нет. Равнятина. Равнай. А это у Фена еще автоприцеливание при стрельбе включено или нет? Да, по-моему, врублено. Ну, типа, я с геймпада без него практически не струляю. Я не настолько пряморукий. Можно ли подарить подписку тому, кому она есть? Нет, нельзя. Так что сиди со своей самоличной купленной подпиской и не ответь. Подожди, а вон возьми пободрее тачку, что ты сам шляпу не берешь? Да и что есть, то есть. Ну, вон там стоит лимузин. Вот она что же есть. Ну, вон же лимузин стоит, бери. Сейчас как приедут копы. Да пофигу, ну и чё, ну приедут и уедут. Вас пропал дух авантюризма, товарищ. Да. И лимунизизма. То есть здесь вырезали тот момент, что ты можешь угнать крутую тачку. Не, ну ты этот прокурора. Лимузин можешь украсть.
Я на нем в прошлый раз уехал, просто я сейчас. Эксклюзивная мореловская тачка, которую ты нигде больше не возьмешь по сюжету. Да. У него же там Мерседес какой-то был прям. Че это Меган? Так он же сам Томми, зачем? У него любой ган это Томми Ган. У Томми Ган. Окей, let's go. Ган Томми. Так, ну и тут, собственно, да, конец миссии. Мы доезжаем и все. Да. У тебя можно... 15 минут, можешь что-нибудь еще показать. Давай попробуем разгадать фрирайд, предлагаю. Да, давай найдем этот автомат музыкальный. Телефонный. Музыкальный телефонный автомат. Телефонный автомат. Окей, давайте попробуем. Оп! Оп-оп-оп! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Что-то мрачная какая-то. Света не хватает чуваку. Ну типа, нуар. Режим черно-белого нету? Как в игре про Сёгуна. Нету. Нету. Нуар, но не настолько нуар. Про Ронина, наверное, скорее ближе. Ну, про вот этих вот. Мальчиков с саблями. Это не про нас, это про них. Вот этих. Вот в прогулке. А закупаться или просто берешь? Не, просто собираешь. Просто забираешь. Прогулка. Ты же не на месте, ты же просто на прогулку пошел. Тебе надо что, да, винтовку, биту. Пойду в парк. Так фен в биске собирается. В магазин. А, вот, давайте мы найдем. Блин, а я уже не помню, где письмо было. Вот в чем проблема. Слушай, смотри, Антон, посмотри в чат, мне кажется, говняки не подарили подписку, и он реально в робота начинает превращаться. Посмотри последнего сообщения, это реально нейросеть, которая обучается. Хедук, Миху. Да, оп, плюс один, плей. О, смотри, Вась, он учится говорить. Он уже пытается складывать буквы в слова. Скоро найдет, как поменять раскладку. Вот, смотри, хи-хи-хи-хи-хи. Дальше что пойдет. Там что-то у вас очень интересное происходит. Да, теперь я дура. Че, есть у тебя в гараже мотоцикл? Да, должен быть. Ну, а это, кстати, другой мотоцикл, не тот, на котором я катался до, но он все равно ездит. Девиант стал человеком, скорее человек стал девиантом. Воу, это у всех просело, или? Ну, по крайней мере, тоже визуально будет. Наверное, то Ваня стрим просил. Стрим? Он бы, наверное, ответил, стол, блин, стоял на широкой дороге один. А Ваня где-то. Ну-ка, врежься. Да я и так врезался во что-то. Не, ну он слетает там, как вообще это все происходит. Физом. Что-нибудь бы невысокое. Воу. Ну, как-то насмерть он слетает. А, прям все, да? Да. Ну, прям. Прогулку мы посмотрели. Что-нибудь еще. Вот вам и разрушение и хаос, которое можно устроить. Нормально так разрушает и хаосит. Ну что, Get Progress, ты доволен? Ты доволен, что сделал с человеком, а? Смотри, все, мозг вытек просто. Так, записку нашел, что-то пропустил он. Записку. Ну, самая западная часть маленькой Италии. Найти таксофон и ждать звонка. Ага. Во, слушайте, ну, я вот что каждый раз забывал. Давайте до Лукаса Бертона доедем лучше. Может, у него
тут есть. Ну, в смысле, может, у него тут задание. О, есть GPS. Да. Вау. Ну это же. В 30-х годах был GPS. The game of 2K20s. Ну не в смысле. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, да. Блин. Нет, дайте мне. А если не в смысле оля-ля-ля-ля, а в чем? Ну. Просто современная игра, в которой невозможно без этого самого. GPS-а. С открытым миром. Действительно, вон в Цусиме, например, как-то смогли, правда, сделать GPS. Ну, блин. Ну, не респект тогда чувакам. Как это вообще так? Без GPS. Так, погоди, а еще раз напомни, где это должен быть телефонный автомат? Западная точка, маленькая Италия. Самая западная. Ну-ка, открой карту. Сейчас я доеду до Лукса Бюртона. Мы глянем, есть у него тут миссия или нет. Потому что это то, что я уже 3 или 4 раза пытаюсь сделать. Потом закусываюсь скопами. И, в общем, отматываюсь на старт обратно. Ну, в принципе, ты сейчас это тоже то уже сделал. Не, сейчас скопами, это пофигу, да? Вообще. А, да? Ну, ладно. Ну, типа, я уехал, они забыли о том, что я там где-то что-то превышал. Всем норм. А скип, кстати, про который ты спрашивал, его облагородили. Раньше это всегда была брусчатка появилась. Линжовая штука, да, а теперь там прям, типа, нормальный такой проезд. Линжовая? Челленджовая. А, я думал, кринжовая штука. Нет. Сейчас игра выглядит прям шикарно. Так, хорошо. Ну, Лукас Бертоне. Кстати, он там спавнится. А дорожные знаки так странно пропадают при приближении, другие объекты так не растворяются, выглядит как-то негармонично. Так эти дорожные знаки это GPS, ну типа это стрелки, которые... Ну типа Опа. Это интерфейс стилизованный под дорожные знаки. А, вой, у него висят какие-то фотки машин. Значит, их можно тут угонять. Понятно. За выигрышно. Ты же любишь быстрые тачки? Быстрые тачки? Любишь быстрые тачки? Какие? А, машины! У него по городу везде свои люди. Казалось бы, обычный механик. Все детали на стене. Собери машину из того, что они знают Лукас Бертона. И что он смог повесить себе на детали на заднем дворе, иди собери машину. Да. Сигаретный вкладыш. А, это открытки. Чё? И всё? Просто открытки? Ну всё, собрал, видишь? Круто. А как? Это тебе место показывается, и ты там должен их угнать. Ну просто... Видишь, одна в воде, видимо. Вот как бы да, я об этом хотел сказать, что какие-то очень... А у меня, кстати, я помню, у меня в «Мафии» был такой случай, там надо же за вот этим вот каким-то там сыном этого Морелла или кем там ехать, ну, который, типа, никак не умрет. Ну, да-да-да, который счастливый ублюдок. Вот, да, счастливый ублюдок. И там же была миссия перед тем, как он, ну, я не помню точно, кто он недавно проходил, я просто помню, какой у меня баг случился. Там, получается, ты же за ним должен гнаться, и он приезжает в порт. По идее. Вот. И я все за ним гнался, думал, может успеть до порта его как-то подловить и убить. И получилось так, что он у меня врезался в какую-то кучу говна перед этим самым. Перед портом. Там, где вот эти вот уже все начинаются строительные. Ну, эти промзоны начинаются. И я его сумел машину дотолкать до залива и сбросить его в воду вместе с машиной. Но самое смешное, он начал тонуть сильнее и сильнее, мне начала игра писать, он удаляется от вас, и потом вы проиграли. Он уехал под землю от тебя. Да, со дна постучали, так сказать. Ну и да, эту машину, по-моему, вообще невозможно расковырять. Я ее переворачивал и все делал, ну, в центральном районе ее там можно подловить с моста, когда слетаешь, и прям
Он там еще в трамвай может врезаться, перевернуться, потом встает и дальше едет. Все, все норм. Че, за западный таксофон в маленькой Италии? Ну, маленькая Италия, да. Вон она. То есть вот. Где-то вот на этом углу должен быть. Вот как бы да, для меня вопрос, что мы считаем границей за маленькой Италии? Где самая западная точка? Потому что я стоял рядом с таксофонами вот на вот этой линии, где типа и трамвай, и этот самый метро. И на следующий вот этот вот полукруг я тоже, ну, круг, точнее, обходил. Я, по-моему, вот где-то здесь, короче, есть какой-то таксофон один. И все. И я рядом с ним тоже постоял, и ничего не произошло. Демо-трики тоже. Попал под раздачу. Скоро тоже не смог писать английским текстом. Откуда-то звук. Всем сотрудникам просьба откликнуться на сообщение о стрельбе, что это? Ну это я случайно ехал и выстрелил. Нормальная история. И давно у тебя стреляет. Пиропатрон под сиденьем. Подожди, а эти хотя бы открытки, их можно еще раз где-то посмотреть? Потому что как-то... В ящике, наверное. Комиксы? Ну вот, кстати, в портфеле, открытки. Наверное. Угу. Просто на открытках только на одной машина. И они все такие мелкие, что... А, то есть они не разворачиваются, да? Угу. Подожди, ну X выбрать есть же. А, ух ты. Нифига себе. The Vivoda Model, The McLeod Mansion, Beach Hill. Beach Hill, я сказал. А, все, понял, да. Окей. Мотель воевода. От которой это на деньги вы выставляли, видимо. Ну да, видимо. Что там какой-то за городом. Вообще там за городом, по-моему, несколько мест добавилось, поэтому, возможно, что-нибудь новенькое там. Я помню, у мафии он в оригинале он был большой загород, но бессмысленный капец. Да. Там что-то накручивал. Так, а он и сейчас, я так понимаю, бессмысленный. Не, загород был единственный, для чего полезный, это там ты мог в режиме же большая прогулка, тебе дают бабло за то, что ты превышаешь скорость. За городом нету никакого лимита на скорость. Uh-huh. И поэтому ты выезжал, там крутил фортеля и зарабатывал бабки. Да проще пробку создать и стоять и мафиози в голову отстреливать. Ну, это... Если ты случайный пацифист. Мне кажется, по бессмысленности сделанной локации никто никогда не переплюнет Элей-Нуар. Потому что там вот сделали нахрен весь город просто огромнейший, и его вообще никак не утилизируют, ничего в нем нет. Можно просто кататься, но зачем, если там вообще еще fast travel есть. Ну, жди звонка. Ну-ка, погоди, посмотри на текстуры телефона. Да. Тихо. А там разве уже были тогда телефоны эти? С барабанами? Я думал, там типа оператор, соедините меня с тем-то. Еще разве не тем? Но... Ваш пе без понятия. Честное слово. Па-па-па. Ну что? Ну давай, пока стоим, ждем звонка, па-па-па. Расскажи, Вань, что по итогу про мафию сказать можно. Ну, расскажу в полной и более развернутой версии, понятное дело, в обзоре, который скоро выйдет. А в сжатой версии, типа, я полностью доволен в результате сюжетом, несмотря на то, что я переживал и волновался за него. Несмотря на то, что персонажам поменяли некоторые характеристики, то бишь характеры,
в результате картинка нормально складывается, и все это нормально вместе работает, и на итоговый... ну, типа, и на итоговую мораль выходит оно вполне адекватно и корректно, но не хватило чего-то для того, чтобы это все увлекательно, по-интересному игралось. Потому что перестрелки очень несложные, ну, именно с точки зрения устройства, там, как механики. И условия плюс-минус всегда одинаковые, вы из укрытий перестреливаетесь с чуваками, вне зависимости от того, это в гостинице происходит, на паровозе... Тьфу, на паровозе, господи. На пароходе... Ох, добавили новую миссию с паровозом, прикольно. Нет, нет, нет. Угон паровоза. А, не, на мотоцикле догоняешь, и у тебя сзади сидит афроамериканец, отстреливает с крыши латиносов. Кричит, Tommy, we got my one mission, one job. Вот, и, короче, ну, вот не хватает в каких-то моментах, типа, которые раньше были исследовательскими и прикольными, типа той же миссии на кораблике, той же миссии с ограблением и каких-то других заданий. Типа, то, что вот всякие портовые этапы, где ты сначала приезжаешь, и потом ты полчаса бегаешь реально по этому порту из угла в угол, пытаясь понять, куда тебе, а за каждым углом, собственно, торчит кто-нибудь, кто тебя может весьма вероятно убить. Это как бы спасибо, что сделали простым и коридорным. А то, что некоторые миссии, в которых можно было бы прорабатывать окружение, чтобы ты ходил и что-то там происходило, не там выпить в баре, покидаться за чем-нибудь в кого-нибудь... ведрами, еще что-нибудь потворить странное. Вот это, к сожалению, все отпало и грустненько. Вот. Там был донат вроде, да, я просто не хотел Ваню прерывать. Доброго времени суток, у меня тут бот сбежал, пишет G-Man. Не видели случайно, если вдруг видели, забаньте его, пусть вернется домой в Ксен. Мы обязательно поищем твоего бота когда-нибудь. Когда-нибудь. Ну и вот, никто не звонит, собственно. То есть, видимо, это таксофон не на самой западной точке. Ты оставайся, жди, а стрим просто заканчивай. Потом отчитаешься. Че, позвонил, не позвонил. Ночь стоять и ждать. Да. Вот. Не сказали сколько. В конце месяца позвонят. Звонят. Ладно. Все тогда, короче. На этом на сегодня все. А, нет, на сегодня не все, потому что сейчас придет Глеб. Глеб уже пришел. Да я ни в коем случае ни на что не намекаю. Но валите-ка вы отсюда, да? Нет, так мы как раз прощаемся. Оставайтесь, если хотите. Не, мы уходим. Глеб, как ты понял... Мне тебе надо рефанд успеть сделать, что ли, или что? Да тут как бы с PlayStation 4 версию, в которую уже наиграно больше 14 часов, вряд ли мне дадут рефанд. Ну вот я поэтому, да, я с сарказмом сказал, типа, куда ты торопишься? Спать или что-нибудь в этом духе делать. Мне надо психику после Сэма восстановить. Вот я почему не тороплюсь, потому что еще 18 минут будет Сэм заливаться на Ютаб. Я думаю, может быть, это повлияет на мой исходящий канал. Но посмотрим. Посмотрим. Ну, обычно не должно влиять, на самом деле. Но я надеюсь тоже, да. Google там по отдельной какой-то линии всегда льет себе. Вот. А на этом, собственно, мы все? Мы все. Всем счастливо! А я сейчас запущу еще. Оставаться с Глебом, да. Пока-пока. Пока.